привет, ребят. Сегодня решила, что поедем мы в больницу. Приехали в больницу. Я просидела и поняла, что за сколько там минут, я не знаю, минут 10, 15, 20. Короче, долго сидела. Я понимаю, что вообще ничего не продвинулось. И людей там просто уйма. Всех разных. Кто-то напротив меня сидит, рыгает, ребенок. Кто-то кашляет, кто-то еще что-то. Ну, я понимаю, что сейчас просто я уйду с этой больницы не с одной проблемой, а с несколькими. Ой, попугаи летают, класс. А я решила, что лучше поехать домой. И приехать попозже, когда будет немножечко меньше народа. Видео еще не смонтировала. Приеду, потом смонтирую видео. Чувствую себя утром было вообще плохо. Сейчас как-то полегчало, но ненадолго. Пока я не поем. Я еще сегодня не завтракала. Уже на самом деле 12:37. Короче, час дня. Вот. И я еще не завтракала. И не хочу. Я не могу завтракать. Я попью чая, кофе. Еще чего-то. Я сегодня только воду пила. Пусть будет разгрузочный день, так сказать. Вот. Я так и не могу найти Валика здание. Господи, где они? Выгляжу я так себе. Сейчас приеду домой, накрашусь, приведу себя в порядок. Слушайте, тут так классно. Тут такое здание какое-то красивое. Лавочки вокруг него. А вон и Валик зданий. Идут. Гуляют здесь. Ну, симпатично здесь так. Кто это ко мне бежит? Симпатичный мальчик. Как дела? Да? Деревянный? Слушайте, а вид какой красивый. Там есть дедушек. И для мальчика. Да? Вид красивый. Что? Ага. Это какой-то музей. Это туалет. Да, я вижу. Туалет. Ну, непонятно, да, в такой местности работает, нет? Угу. Он работает. Угу. Да. Он чистый. Да. Здесь даже есть туалетная бумага. Да ты что? И он закрывается на ключ. Класс. Вообще, да? Ну там есть стены. Да, руки помыть, пожалуйста. Вот рядом. Представляете, да? Гораздо... Обзор. Обзор туалета. Это же для инвалидов. Да, мы где-то... Да. Я не работаю. Где-то. И тут не спят, там бездомные или еще что-то. Им есть где спать. Красиво тут. А попугаев сколько? Да, я видела, полетели попугаи, обалдеть просто. Класс. Обзор. Обзор туалетов испанских. Что? Кто? Да, я видела. Мне так нравится, что вот в Испании кусочками вот так природа, природа. Хоп, там дома. Потом опять много природы. Очень красиво это. Парки эти. О, ящерица. Ой, какая быстрая. Быстрая. Очень необычно. Ола. Просто здесь любят испанцы очень сильно здороваться с, вообще с абсолютно чужими людьми. Просто поздоровались, все. Да. Да. Это очень необычно. Как бы в Украине никто никогда не здоровается. Даже знакомые не здороваются. Да. А когда-то знал, да. Да-да-да. А здесь незнакомцы здороваются.
Необычно. Смотрите, сколько попугайчиков. Зелененькие такие. Красивые. Глянь, сколько их. Два. Они хорошо прячутся в траве. Конечно, их не видно. Восемь попугаев. Так, ребята, мы... Я не помню, я сняла или не сняла что-то на камеру, но я отформатировала ее. И если я что-то снимала, то... Уже не снимала. Уже не считается. Вроде бы нет. А вот. Мы собирались ехать, в общем, в магазин, но мы передумали. И сейчас собрались ехать в этот, на пикник, природу. На природу. Даня очень сильно попросил, захотел. И мы едем сейчас... Ой, на Даню переключается, когда я не смотрю в камеру. Сейчас едем просто пожарить эти... Как они там называются? Ты помнишь? Маршмеллоу, вот. Маршмеллоу. И может быть сейчас возьмем какого-то мяса. Такое, что быстро приготовилось, потому что у нас уже вечер, мне поздно, три часа, полчетвертого уже, да. Мы скоро приедем, там уже темно. Да не будет там темно, Валик вообще без настроения, у него все пессимистично. Приедем, будет темно, будет холодно. Какая разница? Ну темно и холодно будет, хорошо, ничего страшного. Мы вон Кейси с собой взяли, Кейси ждет тоже чудесную... Это чудесное путешествие. Вот. Но Даня больше всех хотел, конечно. Что я хотела сказать? Я забыла. А, мне все так же плохо. Это так, типа, перекличка, понял? Мне так же плохо. Если что, то мне плохо. Мы приехали сюда, и оказывается, сегодня какой-то праздник, и ничего не работает. Даня расстроен. Мы тоже, хоть это и было такое решение очень быстро принято, но все же. Кейси бегает, радуется, ей больше ничего не надо. Но женщина нам сказала, давайте на выход. Ну, мы по телефону позвонили, Валик позвонил. И сказала она, что надо ехать до дома. Тут нельзя ничем заниматься. Так, мы едем по Палафойсу, уже ищем, ищем, уже солнце село, уже все. Нема смысла даже искать. Все закрыто. Да, рак тоже. Вот. И мы решили еще прокатнуться здесь, посмотреть. Вообще красивый город, мне очень нравится. Да, и люди с нас... Сейчас мы достаточно много людей видим. Да, ходят, сейчас. Видят, как... Вон там. И пешие там пробашут. Может быть, пойдем туда? Может быть. Вон там, тут, да? Давай запаркуемся. Давай. Сейчас за нами эвакуатор едет. Слушай, спину нам надо. Эвакуировать он нас хочет. Приехали, ну, в этом, в Палафойсе. В общем, такая площадочка. Там где-то костры палят. Нам стало интересно. Мы пройдемся, прогуляемся. Ну, тем более собакой тут вообще классно идти, никого нету. А, если что, это прям возле города. А то такое ощущение, как будто мы где-то далеко, но на самом деле мы возле города. Вот, там припарковались. Жду Валика с Даней. И пойдем. Представьте, мы пришли к школе. Здесь, вот, на окраине города, школа. Обалдеть. Ну, конечно же, здесь нет мангалов. Вот, но зато школа есть интересная, да. Причем это же одна, а другая... А другая там. Рядышком здесь стоит. Слушай, мне кажется, надо сюда переезжать. Кэсси. Мне так нравится. Кэсси. Кэсси? Непослушная собака, вообще. Идти гулять просто, да? Вот смотри, какая нора. Это ж не просто нора. Там кто-то живет, да, я думаю. Так, ну мы гуляем. Так пахнет выпечкой. А. Пойдем где-то, я порисовываю. Да порисуй. Где-то между домов идем. А вот туда дома, походу, готовит выпечку какую-то. Приятно пахнет. О, пиццу! Я хочу пиццу. Давай приготовим пиццу. А у нас есть? Мы колбасу сейчас купим и все.
О, Кися. А, у нас на самом деле очень-очень даже тепло. Можно ходить в кофте. Да? Но я не буду рисковать. На. Не буду рисковать ходить в кофте, потому что что? Потому что я заболею. Вообще отлично, отлично на улице. Просто превосходно. Сейчас, наверное, поедем домой. Я хочу пиццу приготовить. Может быть, приготовим пиццу домашнюю. Да, но только что говорит. Давай купим маленький мангальчик такой, который типа как разнос алюминиевый. Маленькие туда угли и пожарим прям на балконе шашлыки. Что? Я могу. Ну, просто я увидела у соседей. Я думала... О, или так. У соседей увидела мангал. Они на нем жарили мясо спокойненько, ниже нас этажом, на своем балконе жарили, воняли, просто завоняли все квартиры, которые находились выше, но им было в кайф. Поэтому я решила, что а почему бы и нет. Ну ладно, это шутка, на самом деле завтра уже поедем, вот новые места нашли, где можно пожарить мясо, погулять классно, парки там есть. Но это надо ближе к Барселоне ехать и желательно с утра, так как час ехать нам туда. Поэтому, возможно, завтра поедем. Я бы очень хотела. Сейчас мы поедем в больницу. Да, все-таки, я думаю, сейчас там поменьше уже этот. Даня здесь на барбекю закупается, закупочка у него такая. Да? Какой ты молодец, он без капюшона ходить не может. Так, ну попытка номер два. Я надеюсь, что я сейчас попаду к врачу. Вроде как мало очень людей. Я думаю, быстро все пройдет. Потом вам расскажу, что мне сказали. Я в ургенции, там где сразу, в общем-то, принимают. Вот. Так что буду ждать. Лежу тут, мне поставили капельницу. Такая пицца красивая у нас тут. Ой, ой, чуть камеру не разбила. Такая у нас пицца красивая. Мы ждем, пока подзолотятся края, чтобы закинуть сыр. Это уже просто превосходно.